Приветствую вас на нашем канале, посвященном ремонту квартир своими руками. В этом видеоролике я расскажу о очень простом способе, как залить квартиру, чтобы вода не убежала от соседей. Этот способ придумал сам, постепенно в процессе работы пришел к нему. То есть что мы делаем? Многие начинают пленку там стелят на пол, когда перед тем, как полы заливать, чтобы вода, когда вот она осаждается, она оставалась на пленке и не выходила там к соседям. Можно сделать это все гораздо проще и лучше. Что делается? Допустим, мы в это ведро замешиваем, там пропорции 1:4, 1:5 песок цемент. И добавляем, одну такую хорошую горсть штукатурки. Можно там больше, можно чуть меньше. Там уже вы сами это поймете. То есть штукатурка, она получается связывает воду. То есть замешиваете, когда вот в этом, себе там на пол, да, и добавляете штукатурку, она вот эту вот воду она свяжет, и когда вы потом начинаете заливать пол, у вас уже вода в чистом виде, ее нету, она получается связанная такая становится не вот такая вот жидкая, а она уже такая, то есть ее в жидком виде ее вообще нету, то есть и соответственно ничего никуда не просочится, то есть и она моментально схватывается, то есть штукатурка она же на гипсовой основе, а получается вот песок там цемент это с цементом, и вот гипс с цементом он дает там реакцию, и это очень быстро все схватывается, причем это никак от этого состава у вас также и от пола она не отойдет, то есть этого можете не бояться, я уже постоянно вот так вот заливаю, никаких проблем, то есть что цемент с песком просто, что там маленько гипса, штукатурки добавите, проблем в этом не будет. Соответственно, если пол, конечно, был там нормально прогрунтован. Что еще? Единственное, вот это не подходит для, то есть для наливного пола. Наливной пол, он замешивается только с водой. Если вы добавите штукатурки, то тут уже у вас ничего не получится, у вас просто выльется и уже не растекется. А вот для стяжки, для цементно-песчаная стяжка, вот цемент с песком, если просто замешивать. То есть везде можно добавлять немного совсем штукатурки, все, вода связывается, все, соседи спокойные. Потому что раньше сколько работали, это постоянно было, что вода просто раз и к соседям. И там где-нибудь по люстре она капает, соседи прибегают, начинают кричать. И так далее. Один раз вообще отбойником вылезли в коридор. Это уже другая история. В общем-то, все. Заходите на мой сайт www.eloremont.ru. Там много полезной информации, такой технической. До свидания.